Друзья, всем привет! Этот способ я когда-то давно узнала от своей соседки, которая работала в гостинице горничной. Дело в том, чтобы меньше садилась пыль, они вот используют эту смесь. Я сейчас вам покажу, в каких пропорциях делать и как это все будет использоваться. Ну и как вы поняли, нужен аптечный глицерин и обычная соль. На 1,5 литра воды я беру 1/2 столовой ложки глицерина, добавляю воду и сюда 1/2 столовой ложки соли. Перемешиваем и полностью растворяем соль. Воду я беру немного теплую. Получившуюся жидкость я обмакиваю салфетку и протираю мебель. Хорошо отжимаю, чтобы она не была вот прям мокрой-мокрой. И это средство также очень хорошо использовать для пола. Прям тоже хорошо работает, и частенько я его тоже делаю и использую. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Очень часто двери и вот эта пыль везде неприятная, постоянно протирать вот эти вот загогулины, это сложно. Поэтому двери всегда у меня в первую очередь очищаются при помощи этого раствора. На поверхности после уборки появляется такая незаметная пленка, которая будет отталкивать частицы пыли. И в итоге идеальная чистота в доме без пыли сохранится надолго. Друзья, вы знали про этот способ? Напишите под видео.